Флагманский электрокар Cadillac Celestiq дебютирует в начале 2022 года. Флагманский электрический седан Cadillac Celestiq должен дебютировать в начале 2022 года. Детали все еще не точны, при этом новинка из США обещает быть роскошной. Интересно. Со ссылкой на источники автопроизводителя, портал Jimmy Authority сообщает, что презентация Celestiq может состояться на выставке Consumer Electronics Show. Выставка CES будет проходить с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Это мероприятие быстро стало фаворитом среди автопроизводителей, которые позиционируют себя как технологически продвинутые мобильные марки. Будучи роскошным и технологически продвинутым электромобилем, новый Celestiq идеально впишется в выставку. Ожидается, что Celestiq, основанный на платформе Ultium, продемонстрирует весь потенциал своей платформы для преодоления 644 км пути на одной зарядке. В салоне установлен информационно-развлекательный экран, который будет походить на аналогичный Mercedes гиперскрин. Люк в крыше сделан из стекла, который можно затемнять с помощью настроек. Флагманская модель будет иметь соответствующую ее статусу цену. Инсайдеры сообщают о стоимости более 200 тысяч долларов или 89 миллионов рублей. Разработка Celestiq на самом деле предшествовала платформе Ultium. Celestiq изначально должен был получить двигатель внутреннего сгорания. Тем не менее, автопроизводитель представит его как высокотехнологичный, дорогой, собранный вручную флагман, как и положено такому автомобилю. Ожидается, что производство будет ограничено. Материалы, из которых он изготовлен, будут изысканными.